Посмотреть на любимый округ глазами талантливых художников можно в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь открылась выставка проекта «Типичные Химки» под названием «Городские мотивы». В экспозиции представлены 35 картин и 24 фотографии, посвященные городскому округу. Художники показали свои работы о городских мотивах. Какие мотивы прозвучали в жизни каждого художника, и каждый художник отразил эти свои мотивы в своих картинах. Работы можно условно поделить на три темы. Это прошлое, настоящее и будущее округа. Первые посетители выставки поделились своими впечатлениями. Сочетание воды с домом, это вместе с пирсом, этот дом-маяк, вырос недавно и очень, мне кажется, украсил пейзаж Химок. Его видно издалека. Некоторые из картин посвящены эпизодам прошлого. Например, работа Бориса Хромова «Вера Ивановна Фирсанова». Яркая и самобытная. Художник рассказал не просто о сходне, а рассказал о хозяйке деревни Фирсановка. Это 1890 год. И в этом году Вера Ивановна Фирсанова затеяла такую идею – взять, помочь своим крестьянам, построить для них хорошие избы, создать хорошую, то, что сейчас мы называем, инфраструктуру. Примечательно, что можно не только посмотреть на работы, но и выбрать лучшую. Голосование проходит в группе «Типичные Химки» социальной сети ВКонтакте. У нас по итогам этой выставки 30 сентября будет награждение победителей. Но голосование проходит только в ВК, так что каждый житель может тоже поучаствовать в голосовании. Оно будет продолжаться весь сентябрь. Музейно-выставочный комплекс «Артишок» – одна из визитных карточек городского округа Химки. В комплексе проходят вернисажи местных художников, исторические экспозиции, а также выставки ведущих учреждений и предприятий города. Елена Тараненко, Алексей Юртаев, новости Химки ТВ.